кто меня встречает? А кто меня встречает? Кто у меня пёсель встречает? И второй пёсель. Встречают пёсели. Вот смотри, какой жабец. Какой жабец. Смотри, он свистеть умеет. Сейчас. Нет, так не делает. Смотри, как много жабцов. Собак, ты боишься жабцов? Ты серьезно? Ты чего? Собак, жабцы. Скажи, у меня бородавки появляются, на тебя нафиг. Сколько они звуки издают? Говорит, вот так нормально, через пластик. Чистят. Класс. Рич, ты хочешь с жабцами познакомиться? Рич, смотри, кто тут. Ричи, смотри, кто тут. Ричи, давай, иди сюда. Подумай вас нафиг. Я не белоскрая девочка. Соскучилась очень сильно. И сделали, хотел сказать кесарево, нет, не кесарево, сделали, стерилизовали, он на шовчике все виднеется. Маленькую красотку такую. Соскучилась, она давно так не встречалась, что прям она постоянно ходит и визжит, просится ко мне, аж прям такая эмоциональная девушка стала. Может, это связано, конечно, с стерилизацией. Фимбун, пофимбун. Кто такой наглый пес? Ты со мной решила сегодня спать? Ричи, ты тоже? Вам мало места, столько домиков, а вы сюда все пришли вдвоем. Сейчас Елисейка вас заберет. И тебя наглую мордах. Фиберичи. Никуда вы не хотите идти? Ты все подделка лезешь. Не лезь. Давай.